Всем привет! Большинство из вас уже знает, что мне заблокировали все аккаунты в игре, а также аккаунт в RR4. Конкретные причины бана администратор RR3 мне так и не указал, но все было очевидно, что меня захотели слить, несмотря на то, что я был последним, кто активно делал контент по этой игре на YouTube. Вчера удалось получить хоть какую-то информацию от администрации RR4. Проекты разные, но правила одинаковые. А блокировку в четверке я получил по факту по доброте душевной. В RR3, как я и говорил на стриме, блокировки полетели по многим причинам. Основой всему стали мои политические разногласия с администрацией и вменяемые предложения главному модератору онлайна по введению новых правил для урегулировки конфликтов в чатах на политические темы. Ну и конечно же рулетки, использование которых мне лично одобрил админ, скрины я показывал на стриме, ну и видимо с расчетом, что это не будет иметь большого спроса, ну или просто изначально это все было подставой. Уже исходя из вышесказанного, начали проверяться логи, причем самые древние, откуда вытянули даже мой самый первый аккаунт с оригинальным ником, а также, к сожалению, аккаунты моих друзей, которые уже никак не спасти. Думаю, ни для кого из вас не секрет, что в RR3 передача аккаунтов запрещена, но скажем так, не особо это контролируется, да и почти каждый кому-то из друзей передавал свои аккаунты по разным причинам. Также и в моем случае, только когда есть желание забанить, то причин можно найти множество на любой из аккаунтов в игре. Насчет третьей причины, читы, то здесь для меня вообще была загадка, ведь я и макросами для вываживания рыбы никогда не пользовался, не то чтобы какими-то читами. Но позже админ RR4 мне написал, перефразирую своими словами, а нехрен было давать свой аккаунт кому попало. Ну и тут все пазлы у меня сложились, когда я начал вспоминать, кому я давал аккаунт за время его существования. Ники называть я не буду, потому что доказать что-либо не могу, а понимание того, что я ничем подобным не занимался лично, думаю, есть у всех вменяемых людей. Ведь это надо быть истинным, не буду выражаться кем, чтобы что-либо юзать, проводя каждый день стримы, имея аккаунт более 600-го разряда и все необходимое для комфортной игры. Слухи о продаже валюты с моей стороны я даже комментировать не буду, ведь это как звучало смешно, так и звучит до сих пор. А для любителей считать мои деньги, как реальные, так и игровые, да, рулетки были созданы именно для дополнительного заработка с YouTube. Ведь за все время существования канала я заработал несколько сотен долларов с монетизацией, большую часть из которых я вкладывал в улучшение качества контента. А донаты на стримах это уже добровольная поддержка от подписчиков канала, только почему-то из тех ребят, которые мне донатили, никто ни разу не упрекнул меня за это. А вот клоуны, которые не имеют никакого отношения к донатам, да и в целом ко мне и моему каналу, с большой жабой на душе всегда об этом беспокоились. Так вот, повторю то, что уже неоднократно говорил на стримах. Прежде чем давиться слюной от зависти каким-то моим локальным успехам, попробуйте сделать что-то свое и достичь в этом реальных успехов, и не заниматься нелепым плагиатом и раздуванием конфликтов. И я не жалею ни о чем и ни об одном слове, сказанном в сторону людей, которым я всегда мешал в этой игре. Очень смешно было многие годы наблюдать за частью людей в этой игре, которые переобувались при каждой возможности, а потом делали вид, что ничего не произошло, и по итогу обижаясь, когда их отвергали, в последующем вели двойную игру, пытаясь быть добрыми везде. Это называется двухличностью и общением ради выгоды. К сожалению, за эти несколько лет я общался и даже дружил какое-то время с многими такими индивидуумами. Но, как говорится, на своих ошибках надо учиться. Теперь я рад, что знаком с теми людьми, с которыми сейчас общаюсь и действительно дружу. В компании которых я не чувствую себя обманутым и уверен, это взаимно. Где нету места общению ради достижения каких-то личных целей.
Любые онлайн-игры — это всего лишь место или точка, где между собой взаимодействуют живые люди, находя себя друзей и создавая свои команды, а в будущем и дружат много лет, если это действительно искренне. Поэтому я ни разу не жалею, что играл в «Русскую рыбалку 3» столько лет, ведь получил намного больше, чем просто пиксельные медальки, цифры в разрядах или нолики на счету игровой валюты. Большинству из тех, кто меня хейтит, этого всего явно не хватает, как в жизни, так и в игре, но как и на любом канале, если есть хейтеры, значит есть будущее, значит канал интересен и все делается правильно. Поэтому я с вами ни в коем случае не прощаюсь и продолжу делать новый контент еще с большей мотивацией и желанием достичь чего-то большего, чем покорить YouTube в игре с онлайном не превышающим 2000 игроков. Уже очень скоро я начну запускать стримы по развитию аккаунта без донатов в RR4, что думаю станет интересным большинству аудитории моего канала, а RR3... Не знаю. Если когда-либо я настолько сильно заскучаю за ней, что захочу вернуться, то вернусь и наделаю еще огромное количество нового контента, только уже с другим отношением к многим вещам. Ну и конечно же все зависит от администрации проекта, если передача аккаунтов это причина блокировки по IP, а это единственная причина, по которой я могу винить себя в этих банах, то наверное делать мне тут больше нечего. Самое главное, что хотелось бы сделать в заключении этого видео, это поблагодарить всех тех, кто был со мной все эти годы. Подписывался на канал, ставил лайки, писал комментарии, донатил и просто поддерживал как мог. Именно благодаря вам я находил мотивацию делать новые видео и искать идеи для создания нового контента, на который было потрачено куча времени, сил и нервов. Несмотря на то, как в дальнейшем сложатся обстоятельства и буду ли я когда-либо играть в RR3, считаю, что я сделал достаточно много для этой игры и внес свой ник в историю данного маленького по нынешним меркам проекта. И еще раз повторюсь, все это благодаря вам. Спасибо. Видео и стримы я не буду удалять или скрывать, думаю, они помогут еще многим. Лайв-канал пока что будет неактивен. В ближайшее время, как я и говорил ранее, буду пробовать развиваться в RR4 и делать по игре видео и стримы. Параллельно этому на канале будут также прохождения других, возможно даже онлайн игр. Надеюсь и на дальнейшую вашу поддержку и активность на моем канале. Всем мира и добра, всем пока!